говорю, дай мне 10 рублей. Ну ладно. Я вчера предупредил, чтобы собрание вел Виктор Андреевич, но его нету. Давайте. Пропойте «Царю Небесный». Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в мы, и очистены от всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Отец наш Небесный, Господь и Бог, мы просим во имя спасительной жертвы Иисуса Христа, благослови нас на это собрание и мысли возвысь к горнему, к вечному. Ибо все временное, так быстро исчезающее, оно будет в тягость людям после смерти. Помилуй нас, прибудь с нами. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Виктора Андреевича нету? Машину освещает, батюшка пошел. Сейчас машину снимаю. Я вчера предупредил, чтобы он проводил занятия. Будет несколько объявлений. Батюшка придет, дальше продолжим. Когда начались... Так, подальше, я ее место здесь, до самого конца. Наташа, это место секретаря, никто, чтобы не занимал. Я сюда присяду. Обильные дожди вызвали обильные паводки на востоке. Скажите, кто какое принимал действие со своей стороны, чтобы в этом деле, не в дождях, а впоследствии, принять участие. Ну-ка, поднимите руку. Молились. Так, начинай говорить. Ну, молились все. Так, говори, какое? Ну, мы были с Валентиной Сартисон в приемной Дмитрия... Забыла.
В администрации? Да. Ну и все. Так, ну ладно, садись, потом обдумаешь. Медведева. Так. В приемной Дмитрия Медведева. Там... Дмитрий Анатольевич Медведев. Это премьер-министр правительства России. Да, мы были с теми письмами, которые мы направляли вот туда с приглашением. Что вы направляли? Что вы направляли? Я-то не направляла, мы ходили только... Ну, спросить совета, как это нам сделать лучше, и нам там оказали помощь, как сформировать это все, как это отправить. Потом они нас выслушали там и сказали, что они знают нас, и, в общем-то, приняли участие. Ну, как-то невнятно, что именно приносило, о чем говорили. Вы научитесь речь свою в уме слагать сначала. Но я же не готовилась, вы спросили так неожиданно. Нет, что вы делали? Я подняла, ты должна была сказать, что это у тебя за материал, что там есть. Взяла-то? Ну, людям-то непонятно, которые слушают. Это я такой. Вот я гуляю, сейчас я закончу. Я в Америке был, поясню. Утром я гуляю с архиепископом Антонием Синкевичем. Ну я ему говорю, он остановится, скажет, ты с кем разговариваешь-то? Да владыка с вами. Да не владыка тут. Ты о чем говоришь? Я не пойму даже, о ком речь идет. Я понимаю, что у меня недостающие фразы, они выпали. Здесь все понятно. Русский язык сегодня сделался очень укороченный. Вот я иду с работы домой. А в это время меня обгоняют еще два мужика. Мужика, он сбегать умеют-то. И бегут, а рядом магазин. И они встречу спрашивают, там есть? Вот понимаете, за этим там есть ни один разведчик ничего не найдет, ни одна контрразведка. Это означает. Они спросили его, этот магазин не закрытый, нет? Водка там есть в продаже или нет? Вы понимаете? Тот говорит, есть, и они еще быстрее бросились бежать. И хоть на спринтерскую дистанцию ставь. Ведь у нас свой жаргон, мы даже этого не замечаем. Этих ништяков у нас на каждом шагу куча. И он меня, маленько пройдем, я опять говорю, он опять остановится и говорит, тут я не пойму, а о ком ты сейчас говоришь-то? Я вижу, что он прав. Я тогда стал следить за собой, с кем я разговариваю. Нужна какая-то прелюдия, вступительная часть, чтобы было понятно, о чем, почему под фотографией надо делать надпись. Вот в интернете работаешь, и я выставил фотографию. Батюшка стоит, а рядом подошла девочка, я не знаю кто, но кажется маленькая, это Жорина она, фамилия вроде ее, Ника. И она подходит под благословение. Ну, нужно сказать, просто впечатляет, четко, ясно, батюшка в красной, тут все у него как сияет. И она, девочка, подходит, а другие сидят. Благословением батюшки, священника, много значит, я подписал. Люди сразу, а где это такое? Думаю, в самом деле, я подпись сделал-то. Дальше новый вопрос задаю, думаю, ну что, сейчас сам-то не догадался. Это вчера меня еще долбили. Надо заранее увидеть, какие будут люди, с какой обстановкой. Дело в том, что когда... Так еще кто-то поднимал руку. То же самое? Нет. Я хотела погромче сказать, сегодня нет Нади Дмухи. Она очень много сделала. Нади Дмуха. Я не слышу. Она... Надя Надежда Дмухи. Дмуха. Дмуха Надя. Да. Ее сегодня нет, а она посылала эти письма. Она ночью у себя на работе это подписывала все и отсылала. Остановись. Вот, это вот Наталья Загуляева. Надя, сейчас обожди. Надя Муха посылала эти письма. Ну кто-то слушает, да то эти письма. Какие письма? Любовные письма, ну жалобы. Вот эти письма, ну непонятно, скажите что. Эти письма, это еще ничего не означает. Нужно сказать. Вы сказали, кто принял участие в тех людях, что потерпели наводнение. И спросили, кто принимал участие. Ну вот мы отвечаем, что... О чем? Вы нам прислали задание это, письма. Сразу напечатано уже все было сделано. И нам только надо было, в общем-то, подписать конверты и отправить. Все, правильно, садись. Все. Так, еще кто? Давай. А мы отправляли денежки, собирали. И Людмила Степановна по телефону. Погромче. Мы отправляли деньги. Правда, небольшую сумму. А вот Людмила Степановна отправляла по телефону. Ну, по марафон был. Да. Да. Мы что-то, марафон, в общем, отправляли, конечно, что-то делали. Да. Дело вот в чем. Так, пожалуйста. Лидия Павловна. Мы всей семьей подключились и на номер телефона перечисляли деньги. Вот видите как? То есть в стороне не остались. Скажите, вот теперь отцовой вопрос. Вам эта мысль пришла как? Мгновенно. Их стало вам жалко, или вы помолились, а может быть это все пьяницам куда-то пошло?
мысль эта где пришла, в каком коридоре, в каком закоулке? На улице вы были, во сне увидели, что надо это делать. Дальше, я уже вам в точку направляю. Кто вопрошал о том, чтобы Дух Святой сказал, что делать по этой ситуации с наводнением, с паводками на Дальнем Востоке? Дух Святой кому что сказал? Вы добрые, это понятно, вы любую собачку накормите, поцелуете на улицу, что тут непонятно-то? Игнат Тихонович, Дух Святой всегда должен пребывать в нас, и поэтому Дух Святой сразу побуждает, без молитвы, даже еще не молился, уже сразу говорит тебе, услышал эту информацию, нужно помочь людям. Да, поэтому и было так у всех, у многих у нас. И мы молились, когда здесь были на собрании, в общем, мы говорили и молились о них, и молились о братьях и сестрах, которые там верующие, прежде всего о них, чтобы Господь им помог. Молитва, я к тому и подгонял все. Молитва. Сегодня я хотел сказать вам, кто не заходил в интернет, зайдите, на моем сайте есть там тема такая, вера без дел мертва. Я в одном священнике Самоан, ну, слово Саман, запомните одну букву, а Самоан. Это не еретики, это церковь, но не православная. Я всегда говорил, это пять, не ветвей, но просто скажу, которые имеют рукоположение. Это православие во всех его ответвлениях, старообрящество, католики, там старокатолики. Третье, григориано-армянская, апостолическая, она везде добавляется, апостолическая, она оттуда идет. Коптская и сирская, все, все, что за пределами этого в церковь не входит. Сектанты никак этого понять не могут, у них нет рукоположения. А церковь, где двое или трое, такого определения Бог не давал. Там, где спасенные во Христе Иисусе, и где есть законно рукоположенное священство, епископ, священник, диакон. Не отрицание его. Это копты. И вот заголовок такой. Город мусора. Я спрошу, кто знает, сколько в Москве жителей? 11. Более 8 миллионов. Нет. Устарел. В российской газете сколько? 11 с чем-то миллионов. Сколько? Больше 11. Больше 11, около 12 так. Миллионов. Кто знает в Санкт-Петербурге сколько? Давай. Там 8. 7. Ну я спрошу, 5 есть? Нет. Больше. Около 8. Так вот, есть город, в котором 17 миллионов. Город Каир, Египет. И этот священник там служит, у него крест на груди, все как есть. И вот он заходит, мусор каждый день собирает. Я прослушал сколько, но больше 1000 тонн каждый день. И мусор у нас куда вывозят, там бульдозером его давят, что бы ни было. Там перебирает заново все, целлофановые мешочки отдельно, которые органического туда, неорганического сюда. И дети все работают, там страшное зловоние. Там город. И показывают, как везут. Но это легкие, это не мусор, а именно вот такие отходы. Вот такие. И они работают. И вот священник приходит туда. Я, говорит, стал тогда молиться, чтобы Дух Святой открыл мне, что сделать, переменить обстановку. В первую очередь, пойди посмотри, Дух Святой сказал. Мне самое ценное, что он, ну понятно, харизматы так говорят, но это священник исторической церкви. И он говорит, все время я обращался, сидит, что мне Дух Святой положит на сердце. И вот заметьте, как он абсолютно точно слышал голос ему сказано было. Ну, не физическими ушами. И он туда приходит, все из жести, какие-то конурки, картон, сыро, там света нет, воды нет, там ни канализации, там ничего нету. Там такое зловоние, отдельную комнату показывает, и туда отходы бросают хлеб, и там свинарник вот так вот ходит. И он думает, меня, говорит, это меньше беспокоило. Главное, что эти люди не знают Христа. Не знают Бога. И я тогда стал просить, Господи, что мне делать здесь? И Дух Святой ответил мне, иди и поцелуй им руки. Ты думаешь, ну никогда бы такого не подумал, что это. Не просто мы молились, я вот к чему подвигаю это все. Материал у меня стоит, вы это увидите там. Там 5 роликов, там больше, я больше не стал таскать. Он пошел, я брал, говорит, за руки и стал целовать. Я даже не знаю, что делать. Они вырывают руки и прячутся, никого нигде нет. Я опять один стою на улице, среди мусора, тысячи людей копаются, город мусора. Я снова стал молиться и показывал, сидит там, молится. И Дух Святой сказал, купи фонарик. Вообще фонарить надо, чтобы не понимать, что... Фонарик, зачем? И Дух Святой подсказал ему, ты заходи в эти свинарники, и там их освещай, ты их найдешь, они там от тебя прячутся, твои прихожане, если бы они были верующими-то. Я, говорит, купил фонарик, пошел, а зайти нельзя. Грязь. И как он брюки куда заправлял, все подробно рассказывает. И я, говорит, тогда понял, что мне надо им руки-то целовать там и надевать на них обувь.
И этим я привлек их. Они стали выходить. Вот один у него, второй, третий показывает как. И он дальше спрашивает, Дух Святой, а жену побуждай, ты тоже молись. Там как она, Самониха или кто? Рассаман, кто она, я не знаю. И она говорит, я занималась, работала в престижной фирме и очень хороший оклад. И я 6 месяцев попрошала, что Дух Святой скажет. Я не хотела уходить. И только через 6 месяцев Дух Святой ей заговорил. Твоего поприща здесь, в этом мусоре. И дальше показывает, она обходит, как, ну, бывает иногда где-то веранда длинная. Это веранда, видимо, 10 км. И она идет и молится об этом городе в мусоре. И дальше показывает, он положил на это 30 лет. И теперь показывает его приход. У кого нет интернета, зайдите тем, у кого есть, кто знает наш форум, на нашем форуме. Зайдите и посмотрите. Я вчера уже 2 раза посмотрел, вечером 3-й раз. Кто приходит, я скорее стараюсь показать. Первая церковь у него. Вся показана, 20 тысяч человек. Не 20 человек, как у нас вечером вчера. 20 тысяч. И теперь, вот они вот так ярусами это идут, где они, люди сидят. Это не харизматы, никто не падает. И он выходит, они поют. Ну, богослужение не все показывает. Вначале сидит, как он что-то считает. А дальше огромный экран, и его видно там, как он. И дальше арабскими буквами что считает, второй экран показан. Дальше в скале, это он сделал в скале это все было вырыто. Это не на улице нигде. Это надо видеть, сколько молодежи, как они поют вдохновенно, с какими улыбками, это надо увидеть. Но я не понимаю слова, только аллилуйя, понятно? Аллилуйя. И вот руками сплещут и хлопают ладоши. Не бойтесь, рукоплесканием прерывали речь Златоуста многократно, когда проповедовал. Он говорит, мне не надо рукоплескание ваше. И как восплещем руками, мы же читаем псалтырь-то. Восплещем. И они хлопают в ладоши. Ну, просто посмотреть надо это лица людей, которые понимают, о чем поют. А он стоит с микрофоном и поет. У него рука трясется, видимо, 80 с лишним лет ему. Это надо увидеть. И в это время, когда все наполнено, первый ряд стоят священники, у них этой митры нет, а в виде, как вот, допустим, волосы большие, у женщин шашмуры надевается так это, обтягивается. Вот так обтягивается, от кверху и все. Больше ничего нету. И стоят эти священники, поют. Посмотрите. И вот так, как покажет, и конца не видать, это, ну, 20 тысяч, это понятно что. А он уже думает, где построить новую церковь, народ не вмещается. И он ходит, и однажды во время разработки у рабочего упал камень, куда-то скатился, и они стали копать и поняли, это фараоновы пещеры. И он с бульдозером, многие осуждают, что ты делаешь, и он даже с бульдозеристами показывает, где брать, и показано, на 5 тысяч вторую церковь строит. И дальше показывает этих людей. И тут же стоит переводчик на английский язык. Ну, египетский это не мировой язык. Христиане в Египте, в мусульманской стране, вы не забывайте, что там сейчас делается. Какие взрывы. Посмотрите обязательно. Вот этот вопрос я вам задал. А какое отношение имеет к сегодняшнему нашему собранию? А вот какое. Когда началось вот это все там на Востоке, трудно было. Я к себе в молитву подключил определенное время, 7-кратно в день. Взывать об этом, Господи, а какое я участие могу принять? И вдруг я прихожу к батюшке и говорю, нужно собрать людей вот таких вот. Игорь с Леной, 2, Андрея позвать Устинова, ты и я, больше никого не надо. А Ирина Устинова, никого не надо, я сказал, а почему? Я не знаю, мне положено на сердце. А где собраться? У Игоря барабаша и в какой комнате? Я опять вопрошаю у Бога, и Бог показывает мне где. Я в этом немало не сомневаюсь. Ну, батюшка всегда бывает сначала, ну, что-то, зачем-то. А потом он первый делается участник этого дела. И мы помолились, и теперь я стал говорить, вот сейчас момент наступил, давайте мы напишем, что мы существуем. Этим людям, которые лишены имени, у которых все смыло, может быть, им нужно такое поселение, где люди не пьют, не курят, не матерятся, не воруют. Вот такое именно-то. Когда написали, я вышел и говорю, у нас это никакого результата для Патриархии может не быть. Потому что там правительство будет давать деньги, я не знал. А условия дали такое, кто остается, тем дают на восстановление, а остальные до свидания, с чем есть. А у них нет ничего. Особенно опасно было, которые взяли кредиты, теперь работу потеряли, а кредиты растут. Это рабы. Одни банкиры были, сказали, мы пока заморозим на том месте, пока работать. А другие сказали, мне это не касается, плати. И он, ну, взял, допустим, 500 тысяч, пока там был уже 2,5 миллиона. Ну, я к примеру говорю, к примеру.
мы стали молиться, потом написали письмо, то есть на бланке, и сестрам мы отдали. Вот откуда начинается их разговор. И они пошли, они участники этого дела. Послали в те районы, какие были потоплены. Я просто сейчас бумаг и коротко покажу, какая, за какой бумага шла. Вот это образец. Я не мог понять, почему они вдруг так много пишут. Вдруг из Алтайской администрации, краевой, я получаю, что такой-то пункт, такой-то параграф, согласно его, мы ответим, и мы послали туда-то, я думаю, никогда такого не было. Обычно сами ответят, и вдруг они меня уведомляют, что будет, ты жди, ты не волнуйся, никуда больше не пиши, мы дело делаем-то. Им нужно было в Приморский край, значит, Хабаровский край, Приамурье, там, еврейскую автономную, везде послать, получить ответы. Я этого их не уполномачивал, я хотел, чтобы знали, что мы есть, больше ничего нету, наше обычное объявление-то. Наконец все это проясняется. Я маленькие ставки буду говорить. Мне один полковник КГБ как-то разговаривает, он говорит, вот губернатором мы избрали Евдокимова, Михаила Сергеевича-то. Ну зачем он за это взялся? Ну хороший артист, ну дальше был бы артист, что Путин его вперед туда протолкнул. Ну ведь это надо учиться, это общение с народом. Ну какой губернатор? Артист был, пел там, ну все, знаете, какие он песни пел-то. А я не знал, кто он такой даже. У всех такое мнение, что он никудышный. Но мне однажды позвонил краевую администрацию, и мне нужно было копаем колодец, щебень и крупнозернистый песок. Не прошло суток, как два КамАЗа уже приехали, у меня все вывалили там. В моей памяти Евдокимов остался вот на этих КамАЗах, я больше не обращался. И я с людьми говорю, а я знаю другого, который был обязательным. Говорят, ну то ли дело Путину, что его Запад даже боится. А этого поставил мне сосед Медведева. Ну ничего не делает, ну совсем нигде не вмешивается. Оказывается, все делает это Медведева. Вот тебе не делают. У меня другое мнение о Дмитрии Анатольевиче. Он тихо, спокойно делает свое дело. А вы о них молитесь? Я все время, каждый день поеду за границу, я усиливаю молитву. И поэтому я это понял, ответ Духа Святого. И они сейчас говорят, это все делаем по поручению председателя Совета Министров Медведева Дмитрия Анатольевича. Вот это вся, что было. И они меня бумагами завалили. Строительные какие-то там, и все правительство Приамурье. Вот пишут, кто это. Департамент труда и социального развития Приморского края. Какие там потребности на переселение. Все это мы сделали для них. Поэтому благодарим вас, что такое участие приняли. Участия никакого нет. Я по деревне прошел. Вдруг оттуда звонок был. Сколько человек можете принять? Дальше звонок. Игорь сказал, Барабаш, все замерло. Для меня это звонок не оттуда. Это ответ на молитву. Я начал с Андрея и по порядку пошел по домам, в ту и другую сторону, ко всем. И к Неониле зашел, и к Серафиме. А Серафима Просфора пищет, она тоже прибежала к батюшке. Да как вот принимать, когда я Просфора пеку, ну только уж если девочку какую. Неонила, значит, я могу только женщину, чтобы было. А Игорь Глушков, а у меня, чтобы только мужчины были. Ну я узнал, батюшка сколько? Ну человек там 5, может 10. Я говорю, я узнал. Посчитал все, 70-80 человек можно принять сегодня. Есть о чем разговаривать. Но больше звонка никакого не было. Бог просто пощупал нас, на что мы годны. Дальше. Это Министерство строительства Хабаровского края. Сообщаем, какие образования. Администрация города Хабаровска. Это вот все на столе будет лежать. Администрация города Комсомольска на Амуре. Вот что они сделали. Министерство внутренней информации, политики Амурской области. Вот, контактная информация и прочее. И теперь они говорят, всех людей устроили, к зиме уже дома мы ввели, мы очень благодарны, что вы так добросердечно откликнулись, и мы ничего не сделали. Я это обращаюсь к этому к священнику Самаану. Он молился, он просил ответ и сидит так, русские люди так не ответят. Они монофизиты. То есть они, у нас мы верим, что два естества во Христе, они верят в одно. Мы говорим, есть монофилиты, две воли во Христа или одна. Да об таких вещах спорить, что мы знаем? Полностью православие отсекло их от себя, миллионы людей. И 2000 лет в расколе. Кто в расколе-то, Бог разберется. Ну почему хорошее-то у них было бы не взять-то? Я смотрю на них, да это же все нам надо.
как они себя ведут, как собираются, я не знаю их жизни, ну, показано, где эти трущобы, теперь стоят дома там 20-этажные, людей переселили, дети малые сидят, учатся, сидят там, шьют, показано, специально семиуроки идут, шьют для чего, там этого для покойников, ребята там делают там, ну, почему-то показали гробы, как умеют делать, ну, разное такое. Это один человек, но не один, но идея была его. И сегодня вот этот Копской церкви священник Самоан, он мог бы выступить здесь, но живой ли я даже не знаю. Так, ну, данных не хватает, еще их не набрал. Значит, должно быть начало, и начало от Духа Святого. И дальше показывает, как бы ни был отец Самоан занят, он всегда удаляется и показан сидит. Он не забывает о своей душе, отдельно углубляется в молитву. Это у католиков. В год священники один раз должны приехать, я не знаю где, в епархию или где, и в отдельной келье жить, как монахи, кажется, 2 недели. Чтобы задуматься о своей душе. При этой всей деятельности можно вообще забыть даже о своей душе. Я рассказывал, маленький такой рассказик есть. Отец любит дочку, и вдруг, ну, вечером она его не встречает. Нет, потому что мама говорит, она готовит подарок, у тебя день рождения скоро будет. Тут проходит неделя, вторая, день рождения, дочка вышла. Ну, она там малюсенькая такая. И она вынесла ему носки, да, цветные, там, знаете, как полоски делают-то. Он взял носки, поцеловал ее, говорит, хороший подарок. Но самый-то главный подарок ты, моя дочь. Я 2 недели заждался тебя. Я с работы бегу, ну, кончится у нее когда или нет, это подготовка. Ты, наконец, ты вышла. Больше не делай мне подарков таких. Богу мы нужны, а не то, что мы умеем делать, подавать нищим. Это как дыхание. Нас не надо учить дышать. Вам понятно? Я разговор на этом пока заканчиваю. То есть мы сделали фактически пустую ходку. Но не пустую, мы кого-то тронули. Нам пошел ответ. Вдруг ни раньше, ни позже про Самоана этого я узнаю. Вам это отдаю. А все началось, что Господь мне сказал. Я могу сказать это. Ищите ответ у Господа. Каждый раз, когда молитесь, закончите и постойте, подождите молитву. Вот сегодня читали, гонимые вы, и как надо терпеть, и Бог не отвечает на молитву. И вы услышали Иоанна Златоуста? Это молитва его? Молитва. А дальше? А дальше ты скажи, а я был гоним когда или нет? За что был гоним? Сам подумай. Мы живем очень тихо здесь. Представьте, такая улица, прошу не закрывать даже глаза. Вчера у меня было большое искушение. Никому-то это не нравится, что я говорю, но это моя биография, моя ночь бодрствования. Вдруг мне телефонный звонок на мобильный. Незнакомый человек. Я только взял, слышу, язык заплетается. Он нетрезвый, пьяный. Я говорю, вам кого надо? И на я, это не вы. Я Володе говорю, Володя, возьми теперь ты. Он, я закрыл. Он снова звонит, второй раз, на телефон-то только мой. Он говорит, это что, Володя Пащенко? Значит, знает. И слышно, как кричат ребятишки маленькие. 6 раз он позвонил на телефон, на этот. А у меня стационарный, он берет стационарный, непрерывно звонит. Володя говорит, не хулиганьте, не делайте это. Он звонит. Это началось где-то с 10:30 вчера, но вечером. И продолжается за 12, и спать нельзя. Я принес фуфайку, все это закрыл, чтобы телефон-то не... Отключишь его, сейчас отключу. То станция может меня вырубить и в понедельник только включит. А мне интернет нужен, потому что у меня к телефонной сети интернет подсоединен-то. Я не могу ее выключить. Но когда я заворачивал телефон, то приподнял трубку. Мы уже в темноте делали, мы свет потушили. Потому что этот человек стал угрожать. Что ему надо? Я-то этого не знаю. Я не знаю. А Володя его высчитал сразу и называет мне его имя и фамилию. Это он звонит. Я по голосу узнал. Вот некоторые могли бы здесь быть, кого я просил остаться. Ушли, кому надо было бы здесь. Чья молитва помогла бы. А вот боязнь, что это мой родственник, и я о нем скажу. Я не говорю плохо, я говорю то, что есть. Минутку. Я сказал только молиться. Представьте себе, человек... Грозиться, пьяный, что я могу? Вам понятно, что пьянство это не просто увлечение, на веселье был, как у меня брат говорит. Одному подвижнику в пустыне дьявол искушения всякие строил, а потом говорит, вот одно из них только выполни, и я от тебя отойду навсегда. Он говорит, а какое? Ему охота избавиться, чтобы этого не было, разных видений. Убей человека. Он говорит, как же я могу? Ну тогда сблуди.
Да я женщину в глаза-то, считай, не видал. Что я буду? Ну, тогда просто напейся пьяным. Он говорит, это самое простое. И он избрал третье. Когда выйду, тоже три наказания было предложено. Сатана тоже предлагает. Он выпил, подвернулась чужая жена. Да жена такая, что кажется, краше никого нет. И в это время муж застал. Он бросился на мужа и убил мужа. И в одном грехе оказались все три греха. У меня родной брат запивается. Его спрашиваем, зачем ты пьешь? А что, меня баптистом называли, а баптисты не пьют. Вот теперь видишь, что я валяюсь, и никто уже меня баптистом не назовет. Это борьба с сектантством. Здорово, правда? И он валяется и каждый раз подтверждает, что он не баптист. А мне вчера пьяный баптист звонит-то. Вот горе-то какое. Баптист от зарегистрированных, которого я знаю с пеленок, который в фильме «Предчувствие» лежит на ягодном поле, полотенцем прикрыты. Так, Татьяна, ты что-то прям рвешься, говори. Потому что мне позвонил, вот в 11 часу позвонил и говорит, пожалуйста, скажите, как найти Игнатия Тихоновича, как его найти? Я говорю, это срочно вам он нужен, почему вы так поздно-то звоните? Он говорит, да, очень срочно, умирает, там кто-то умирает. Наврал, значит? Наврал. Все. Никто не умирает. Он стал грозиться. Такое дело, я сейчас приеду разбираться. Ну что, мы себя потушили, маленько поведем, короткое время проходит, ну совсем короткое, у нас двери заперты, все, он через забор перелазит, которая задвижка-то, веревочки там делает, все, это оторвал, я говорю, а я говорю, он оторвет, я знаю, что он оторвет, потому что он обратно не полезет как, если бы было это дело раньше, я бы знал, ну, вот такое, дальше Володя говорит, он говорит, стучится в дверь. Мы не отвечаем, дверь стучится, потом сильнее барабанит, дверь-то железная где-то. Мы свет потушили, Володя говорит, давай на молитву скорее. Я уже думал об этом, мы стали на молитву. Сколько он там бился, чего? Дальше-то мы не знаем, сколько человек их там пришло, что ему надо? Какой выкуп я должен отдать, чтобы от меня отошла эта беда? В Чечне нас не тронули. Нас дома трогают верующие. Пугали Чечней, пугали там Дагестаном, Азербайджаном. Главные враги здесь. Я еще должен... обратиться к тем, кому не надо, найти их пресвитера, астраханца Валерия Петровича, чтобы мне он позвонил. Это член его общины. И я тогда стал исследовать, а почему такое случилось нынче, что я живем в Потеряевке, на меня такая ненависть, у нас собачонка, ее отравили, бросили. У меня голуби, но там лезть не надо. И залезли ночью и отравили голубей. И эту всю пшеницу я беру, она отравленная, принес для исследования, чем она умер, только умер, сдох один голубок, всего только. А собачку 4 дня мы парным молоком поили и выходили. И теперь уже точка поставлена. Что за гнездо, откуда? Это люди, которые были православными, отступили в ереси. И теперь сатана ими крутит, как хочет. И они были крещены в православии, 3 полных погружения, и все. Вот откуда. Какая тайна? Это мое. Я должен о своей жизни побеспокоиться. Есть канон соборный, говорится, что если еретики буйствуют в церкви, церковь должна обращаться за помощью к мирским властям. Канон церковный. Это естественно. Я гражданин этого государства. Если бы было раньше, значит, поставлено. Ему надоело своими детьми быть. Но я знаю, кто он такой. Главное, у нас нет ничего с ним, никаких дел нету, ни звонков нету. Одно время он помогал, Евангелие даже привозил. Это зачем? Вам надо, чтобы сказать? Чтобы знали, о чем молиться? Да, да, обязательно. Молиться. Видите, как он? Меня в какую обстановку ставят? Ну, сам себе поставили. Значит, мы о нем помолили, что Бог его вразумил, этого раба небожьего Владимира. Владимира. Чтобы от этой беды его Бог избавил. Я подставлять щеку, какую? Он пришел не щеку, он висит у нас, кабель идет в сарай, он оторвал этот кабель. Что-то взял с собой, я вышел, утром нету, но я знаю, что это он далеко не увезет. Я утром в потемках пошел туда, нигде ничего нет. Я думаю, пойду павит это. Ну, видно, что повезли они, сколько это и на улице бросили то, что у меня взяли. Но это уже хищение. Хищение копеечное. Ему это век не надо. Ну, я нашел, домой притащил сам. Зачем? А то, что слишком хорошо живем. И Господь
поднимает, трогает. И мы легли полный покой. Он не понимает, что делать. Ты, говорит, иди, фараона сердца я ожесточу. Так что я вам сказал, кто догадался, кто знает, ну просто молитесь. Ну, молиться, не знаю имени, трудно, поэтому я имя называю, больше ничего нет. Сегодня собрание должен был вести Виктор Андреевич, я передал, даже я не хотел выходить. Ну, вас это не было. Говорите, а потом, если нужно будет, вызовите меня. Ко мне какие вопросы? А? Нету. Нету вопросов никаких. Не в курсе сидят. Вот здорово. У меня вопрос. Вот у нас в календаре написано Евангелие другое от Луки, сегодня 16 глава. У нас там отступка крестовоздвиженская. Вот почему я хотела выяснить. Тебя что смутило? Ну, другое Евангелие. Просто. Ну и что? Ну, прочитай другое, прочитай то и другое, прочитай. Это бывает. Здесь, когда переход, видишь, у нас Пасха не одно, а Евангелие считается, начинается от Пасхи, от Пятидесятницы. Какая неделя, неделя по Пятидесятнице? Ну и там бывает, чтобы вновь выйти на тот же круг евангельский, то бывает там приступают несколько. Апостольское чтение то же самое, а Евангелие там другое немножко. Да это ничего страшного. Что ты? Ну... Еще какие вопросы? Убрали вы там зерно. Зерно убрали. Вчера Барабаш позвонил мне уже вечером. Все, батюшка, последний, говорит, намолотил. Там было гектар 5 у него еще пшеницы оставалось. Вот, намолотил. Ну, осталось и в волках там гречки, может быть, я не знаю, гектара полтора-два. Но это уже все, это уже не убрать. Она в волках, она не просыхает. Это уже останется на сожжение. Вот. Ну, а так вот помаленьку убрали все. Много у людей, очень много не убрано еще. Совхоз Корчинский, еще больше 1000 гектар не убрано, так осталось. Не успели. Ну и теперь будем брать? Ну, как, кто знает. Если мороз даст, а снегу не будет, то еще что-нибудь наберут на корм скоту. Хотя как оно уже это зерно, оно как на хлебопекарное не идет, а оно уже только как фуражное. То есть на корм скоту оно пойдет, а хлеб из него уже нельзя, потому что много дождей и... Клейковина, которая в зерне, она вымывается. Водой вымывается, и это зерно, оно уже не кондиционное. Такое, скажем. Оно идет только на фураж. Можно. То, может быть, еще уберут. Подсолнухи. Вот много подсолнухов там посеял наш этот Евгений Долгих, Долгов. Вот. А подсолнухи, все, они вот мокнут, мокнут, все, просыхать не даются. И я сорвал, ехал как-то одну шляпку. То есть внутри зернышки уже в эти черные. Черные и горчат уже горькие. Поэтому если много это будет дальше, то это семя, оно просто тоже не пойдет, потому что масло из него будет горькое. Поэтому, ну так, убрали помаленьку, и слава Богу. Сколько убрали, говорят, мы набрали, себе хватит на прокорм, а там еще. Так, еще что? Батюшка, по этой теме. Вчера, которую мы смотрели, я вам не раз говорил, когда мне надо было ехать, не хватало 150 тысяч рублей на дорогу. Надо 250, есть, то нет. И вдруг незнакомый человек за день до отъезда из Калининграда выходит на меня и прямо ну, сразу пишет, а тут же я по скайпу переговорили. Вам деньги нужны. А узнал это я, когда-то вы стали на форум, там книги издавать где-то. Я говорю, да я книги уже издал, больше не знаю. Ну, что, совсем деньги не нужны. Я говорю, ну ехать только надо. Ну, я деньги перечисляю вам, завтра получите. Это он, этот самый человек, Дмитрий. Дима, Митя это зовут. Вот. Ну, вчера мы с ним это переговорили. И он говорит, вот говорят, что продают хлеб, там отсеянный. Хороший хлеб тот, который не отсеянный. Там много клетчатки в отрубях. Ну, вы знаете, говорят. И мы, говорит, сейчас сделаем так. Пшеницу покупаем, и мини-мельница есть. 200 грамм за одну минуту. Перемалывают. Вот я, говорит, сейчас закажу, это австро-немецкая какая-то фирма, ну, видимо, неплохой. Я говорю, не надо, я сначала с батюшкой переговорю, надо или не надо. Я уже все покупаю и вам высылаю. Он сильно расположен. Батюшка с ним говорил там насчет рыбалки. Приятный такой мужчина, жена его Юлия. Так что ему сказать? Ну пусть высылает. Будем дробить и есть будем. А ему что-нибудь другое мы вышли. Книги. Ну ладно, значит это по пшенице. А пшеница там по Теряевке есть? 200 есть, есть пшеница. Пшеница есть. У нас в этом году он насеял пшеница, ячмень,
горох сеял, но горох почти не убрали, ничего нету гороха. Не получилось. Она-то. Какая-то еще на это черепашка напала на этот горох. Вот. Но гречка хорошо уродила, гречки много, значит, набрали. Гречки, ячмень, пшеница, овес. Батюшка, а волка-то нельзя ее собрать. А как же, она сырая, как ты ее собираешь? Она сырая, она не просыхает, они все. Ее никак не соберешь. Все. И куда? А гречневую солому ее никто не ест, и ни коровы, никто ее не ест. Вот остались в волках, овес был скошен, а то он волки теперь чуть просох, он закрутил их в рулоны, и они хорошо едят. Бараны едят хорошо, это она хоть трудно, и выбирают, едят. А гречневая, они никто ее не ест, она почему-то какая-то... Ну, в общем, голод бы ели, а так она что-то... А? Ну да, они как-то ее не уважают. Разбаловали барашка. Ну так вот. Вы говорите, разбал. Вот ходит, другой раз вот бывает, когда ну, сухое лето, и вот выедают, все там выедают корову. Хорошая трава, зеленые кусты прям стоят, кругом все выедено, а эти кустики зеленые стоят. Хорошая трава, прямо смотришь, хорошая трава. Никто не едят. Почему? Как они знают, что нельзя ее есть? Ничего. Помнишь, ты видел такие? Зеленые прямо стоят вот там, там кусты прям зеленые, это подряд бывает, а грядка зеленая. Обходит, все кругом до земли выгрызают, а эти кустики зеленые так и стоят, так и стоят. Никто, ни овечки, ни эти, ни коровы, ни лошади, никто ее не трогает. Эволюция, батюшка. Ядовитая. Ну, наверное, какая-то такая вот. И я всегда думал, ну что ж они такое, сорву и другой раз. Кто там это ручная подает, она только нюхнет и все, и даже не лижет, в рот не берет. А сорвешь осиновый листик, да кабараны еще до этого, только веточку осину, они прям хватают на лету, и прямо такие сучки даже перегрызают и съедают. Она горькая осина, они ее едят. Вот или толовая, там талина растет, возьмешь толовую, так они все эти листочки, все эти сучки, даже все съедают, остаются, которые только крупные, и те обложат еще. А свиньи крапиву-то жгучие? Да, крапиву. Вот крапиву не едят, бараны там, коровы не едят, а свиньям нарвут, они прям тут же ее хватают и едят, и хоть вы едите, то вы ее запарите, наверное, как-то там еще крапиву. Ну, не такую крапиву, то крапиву вы едете широколистную, это съедобно. А это такая. Так, что еще? Никому ничего не нужно. А вы во сколько уезжаете? Да сейчас я поеду уже, сейчас поеду. Я тогда к вам, можно? Давай, на автобус я сейчас поеду, на автобус. Общественного дела. Проводит кто-нибудь, братья, я поеду. Ну вот так, календари. Прислали календари, мне привез, значит, Никита ездил там. 35 рублей календарь. Значит, деньги там собирайте в чашку, потом я вам приеду. Значит, это. Так, а где Никита? Ушел? Нет, здесь. Никита. Нет. Никита здесь. Ну, ладно, все. Ну все. Братья и сестры, я не знаю, с чего вы начинали, потому что я тут вначале отсутствовал. С интернета сразу, да, но об отсутствующих я вот не вижу опять Надежды Афанасьевны, давно уже она не ходит, я не знаю, как до нее достучаться, чтобы она объявила, она будет ходить или не будет, она член нашей общины или не член. На годовом собрании ее тоже не было. Татьяна должна сказать. Не говорит, она не отвечает, что нет, она не говорит, что ходить не будет, но что ходить она сейчас не может. Она выбирает время, она верующий, искренне верующий человек, она ходит в храм, но она ходит как где-то может опоздать, где-то может это самое. У ней двое больных и очень тяжелые. Ну у нее и раньше они были, эти больные. Вот в чем дело-то. Несколько лет уже у нее эти больные, она раньше ходила, а теперь при той же ситуации она не ходит. Она нанимает постоянно две няньки, ну в смысле две сиделки, да? Так вот, она с ними занимается, проповедует. Теперь эти сиделки по воскресеньям ни одна не соглашается сидеть, все ходят на службу. Она не может найти человека, который бы в воскресенье посидел с ее больными. Вот она вчера говорила, ну давай ты останешься, а я пойду на службу. Я говорю, Надь, ну я тоже хочу, батюшка приехал, тем более тут проповеди такие, братья и сестры говорят. Она говорит, ну вот. Ну поймите, вот что мы не то, что вот трясем ее душу, вот ты почему такая нехорошая.
просто беспокоимся о ней. Если она уходит в другой храм, ну, у нее ситуация такая, ну, она ну очень ради рано Бога, ходит ну, что на теперь делать? В половине седьмого, там, в половине шестого ходит на службу иногда. Так, чтобы пока у нее спят эти больные, она бежит. Галины Ивановны нет, вот Кубайкина, она тоже болеет, и кто с ней созванивался, она не говорила, как это. Ну, я звонила с ней, постоянно так с ней разговариваю. Но она говорит, получше, но еще только 23 ноября она пойдет к врачу. Ну понятно, да. Тут вот такое дело. На богослужение люди приходят. Приходят даже без пропуска в крестьян. Но как огня боятся собрания. Вот Оля Соклакова. Я не могу здесь. У них глаза совершенно делаются такие, как вот так вот. Я держусь сегодня никак. Надо, то ли, сейчас выхожу уже. Ее за руки нельзя трогать, вы что? Мы в прошлый раз уже несколько собраний. Абсолютно невозможно прикоснуться. Сюда она боится, как огня заходить. Я гляжу, это признак одержимости бесовской. Не могу затолкать. Она рядом стоит, вот здесь вот. Она прямо меня сшибает. Я говорю, ну зайди, сейчас будет. Она не знает, что. В туалет я тогда отвернулся, вижу, воняет уже, отошел. Сейчас выхожу, а жена убежала. Единственное спасение это у нас для некоторых туалет. Но она ходит, ходит, она остается в своей закваске. Вот больные у меня не могу, больные куда они денутся-то? И ты еще, тебе не наело, целыми днями там сидишь, а ты радуйся выскочить сюда. Если бы отец этот Саман так думал, ничего бы не было нигде. Продолжение темы. Вот я хочу задать несколько вопросов. Вот вчера, кто не был на службе вечерней, все успели сделать? Нет. Нет, говорят, не все успели сделать. А почему? А потому что не были на службе. Давай. Святые говорят, иди в храм и все успеешь. А еще хочу сказать, что забыли мы, братья, первую любовь. Уже говорили об этом. Первую любовь забыли. Вы вспомните, мы два раза в неделю ходили на занятия. По часу и более. Нужно было приехать, уехать оттуда. Еще и богослужения были, суббота и воскресенье. И в воскресенье еще ходили на прогулки. И на все хватало время. При тех же условиях. Все ведь никто дома не сидел. Работать, не работающих не было. Все работали. И дети были, молодые и внуки были, молодые были. Да, это правда. Так тем более нужно беспокоиться о душе, потому что ближе уже к вечности. Больше беспокоиться нужно. Я и говорю, что не успели сделать. А почему? Да потому что не были в храме. Даже в семье, вспомните, вот если первая любовь, да, пылка, там все это чувство, там все это, а потом-то все быт заедает, и все то есть любовь это труд, ну понуждать себя нужно постоянно, батюшка нам об этом постоянно говорит, что нужно себя нудить, труд, любовь это труд, значит нужно заставлять себя преодолевать свои немощи, уж совсем лежишь пластом, ну как вот лежит Александра Ивановна, ну понятное дело, вот тогда уже можно не пойти в храм. Ну, вспомните первую любовь, и вот ибо Господь говорит о том, что если первая любовь потеряна, то и Господь нас отвергнет. Да, брат? Я хотел. Заходил Галина и проведовал ее. Кубайкина? Да, она веселая, бодрая сейчас поднялась, как говорится, пик прошел. Не пугайтесь, там обыкновенный герпес, это, я этим переболел, знаю. Обычно это начинается, у нее точно так же, сильно продрогло, в сырость, ноги. И обычно это, как у меня было, я пошел там на УЗИ ставить по весне двигатель, продрог под дождь сильный, ну и вот как бы прихватило, как сказать, через ноги это обычно. Так что, да, это не заразно. Так что, это можете не пугаться. Она очень молодец, поблагодарила, что я пришел, сама прям веселая такая, благодарна, что вы молитесь, она говорит, я чувствую, так что если кто хочет ее проведать, спокойненько проведайте, не бойтесь, так что без проблем. Она молодец. Интернет-новости. Я в прошлый раз вам рассказывал про болящего, который парализован, у него руки вот так вот выворчены, вот так вот, даже смотреть боязно где-то. Ну, я говорил, Сергия ее звать, иконописец. Это интересно, уже дальше, кажется, некуда. Растянутый, лежит. И он выходит на меня, я ему сказал, ну, у меня распределено, в какое время, скайп такая есть система, как телефон, разговариваешь, но друг друга видно.
И притом за это не платить, хоть сколько разговаривает. И батюшка вчера поговорил, а кто за это платить будет? Я говорю, никто, это в оплату входит, то, что вот платят за интернет. Батюшка так и поверить толком не мог. Как это так? Говорили, такие услуги нам делают. Это тоже надо благодарить. И он на меня выходит, в понедельник я ему разрешил как, это время выделил, которое у меня на другое время, там на Америку, когда, какие времена, я говорю, какой день, там с 7 вечера. И вот он прилепился всей душой к нам. Рассматривает, он, кажется, если я не ошибаюсь, где у меня Юля Третьякова? Юля, ну-ка подойди, пожалуйста. Этот болящий серьги вышел у тебя? Вот я ему сказал, для чего он приходил у вас? Он хочет помочь в продвижении сайта нашего. Раскрутка ему. Ну-ну. Пытались, у нас ничего не получилось. Он говорит, я знаю как. Я говорю, платить деньги платить, а как, без денег ничего не делается. Там в разные перспективные такие, где там на сервера. Я говорю, не только не плати, или заранее скажи сколько, у меня копейки нет. Я все беру на себя. Совершенно человек только что пришел 2 недели, парализованный. Вот у него любовь. Договорились сегодня вечером с ним созвониться. Понятно? Я их познакомил уже. И он ее нашел. Я даже не скинул, а просто сказал, сидит рядом со мной, молодая, красивая, говорю, женщина, это она и есть. Вот он. А ему сколько лет? Юля не узнала, сколько лет. Сколько лет ему? 12 лет парализован, но если ему было, допустим, 20, то считай, это уже, ну, за 30 лет, это ясно. 72-го года. А? 72-го. Ну, уже 40. 12 год лежит. Прошу прощения, я должен уехать. Я прошу вас, братья и сестры, молиться о мне путешествующим. Я завтра рано утром улетаю в Москву, возвращаюсь 20 числа. Чтобы Господь меня вразумил, дал памяти, разума, чтобы я усвоил как можно больше знаний, чтобы помогать страждущим людям. Так, к отцу Кириллу Сахару зайдешь? Могу зайти, а что сказать? Передать привет? Привет, не перед, чтобы поискали на место ставки. А, хорошо. Если можно было бы у него, мы у него остановились. И в Москве у кого-то первый этаж 4 тонны литературы хорошо, принять. Хорошо. Чтобы хороший был подъезд, потому что подъезжает на 12 метров фургон с книгами-то где-то. Потому мы не можем на Калуге никак. И что Сергей этот узнал? И сейчас он везде названивает, знакомый, для нас уже бьет найти место ставки. Ну, простите меня, Христа ради. Христа, я еще раз говорю, парализованный. А сестра-то у него там живет. А? Сестра-то, которая там живет, ничего пока нет. Да пока ничего нет. И он уже прорабатывает это все, прорабатывает. По интернету начал узнавать где-то. Это вообще, я удивляюсь. В таком положении это даже у церкви, ну, в коляске катали бы у православных, то он лежит и все. Ну, тогда, ну, нашел бы другое. И какой-то есть сайт или какая-то система, где иконописцы, которые иконы по заказу делают-то. Он на первом месте оказался в этом рейтинге. А сколько заказов? Он говорит, уже не сотни, а тысячи. Даже, ну, кажется, ну, невероятно вообще. Однако вот так. Незнакомый человек нам. И он предлагает такую помощь, что прямо по всем направлениям, где только может, он сразу вступился в это дело. И молится, и не нарушает, где скажешь. Так, у меня сегодня разговор на меня вышел там, и нам нужно поговорить. Вчера было. И как раз все это было к месту. Мы ищем где-то примеры в далеких странах, как вот Самоан. А вот он, попробуй теперь, Самоан, сделай что-то, когда ты парализованный. Поцелуй его руки, купи фонарик. Я искал там, говорит, и за руку вытаскивал оттуда. Это первые прихожане были. Вещь вообще невероятная. Но когда посмотришь, как поет и как что делает, ай-ай. Сколько же у нас вокруг такого? Я не знаю их жизни, как они от чего отошли, какие заповеди нарушают, не нарушают. Я вижу на лицо, как они ликуют. Я подумал, это все могло быть в православии. Я с другой стороны подхожу. Отошли по каким-то богословским вопросам. И были императоры, которые говорили, давайте об этом не будем спорить. Одно естество, два, Бог разберется. Не приняли это православное, только по-нашему, чтобы было. Был и саврянин Лев, он не против икон, он говорит, мусульмане не принимают нашей веры из-за иконы, у них иконы, давайте иконы повыше, иконы, иконы, но чтобы православные к смерти приговорили его. Православие абсолютно нетерпимо ни перед тем, ну можно было, ну ради мусульман жить, это же и уже 1300 лет терпят укоры и ни с места не сдвигаются. Ну, надо всегда прислушиваться и к врагам. Я вот о ком говорил, кто знает, о ком я говорил, какой Владимир Стучица, узнайте, что ему надо.
Как я могу откупиться от него или что-то? Я просто молюсь о него. Ну, вреда-то он, собственно, мне никакого не сделал. Я живой. Остальное-то... Лишний раз на молитву поставил вас несколько раз вчера. Вот. Так что еще и Бога будешь благодарить. Я говорю, у кого нет интернета, вы постарайтесь, у кого есть, поближе к ним. И сходите сегодня это посмотреть. И вдруг, знаете, вот встреча, когда друг друга видишь, это хорошо, но нельзя приехать. И вдруг по скайпу, когда ты сидишь и видишь, там экран можно больше сделать-то. Люди назначают встречу. У меня сегодня первая встреча с прихожанами Москвы назначена. Но они назначили не в то время, но у меня тут администрация форума и Ютуба связывает. Я сказал, чтобы не позже 8 по нашему вечера было. По нашему. А у них они назначают, я в первый час ночи. Чего я буду, когда мне вставать уже в 4:40? Ясное дело, что я не потяну это дело. И сегодня у меня будет первая встреча по скайпу с ними, не с одними. Тут Украина заказала встречу с людьми. Ну, это тоже для меня новые вопросы. Только вопросы. Некоторые говорят, такие вопросы задают. И вот он открыл тему вопросы. И уже 18 страниц, на первой строчке увидишь вопросы. Он говорит, ты не знаешь, там ВКонтакте вас как ищет, то другой. Кто нас ищет, не знает. Хорошо, разрешаешь мне, администратор Ютуба? Я говорю, пожалуйста. И он прошла неделя, он говорит, около 1000 человек уже вопросы задали. И он, ну, которые благодарят, я, говорит, их не беру, а которые там, видимо, уже вопрос состоит, он мне там ставит их тогда на форум, и я тоже отвечаю. Еще ни разу не было, чтобы была какая-то хула, и только благодарность, отец, какой я отец? Да я первый раз слышу такой ответ, все, что по Библии было, да так и должно быть. Ты вопрос задал, я тебе показал. Вот они там венчаются, и вот говорили, а вот иконы дали вчера, вопрос-то такой, а икона Христа и Божьей Матери, а дома повесить в какую сторону, так или так? Я отвечаю, разницы никакой, но брак да будет честен, ложа непорочен, из евреев выписал, и тут же утром уже благодарность мне выставили. Представьте, я 1000-то вопросов за месяца получаю, а тут в течение, может, одной недели. Люди, не, там, где я не работаю, ни в Одноклассниках, ни в ВКонтакте, ни в Фейсбуке, а оттуда перетаскивают, идут, нас ищут уже. Это, конечно, единица. И когда отца Самоана спросили, он говорит, да ты единица, город-то 17 миллионов. Ну что мы тут, тем более сейчас они так гонимые. Но вот это есть, может быть, самая, та самая закваска. Я продолжу эту тему. Сейчас нужно так. Алексей-то ушел уже? Да, убежал. С кем он, с батюшкой? Да нет. Ну кто ему передаст? Вон в коридоре. Алексей, а, вот иди сюда, ты мне нужен. А Наталья где? Здесь. Так. Дай мне ее. Наташа, иди сюда. Видите, конкретный вопрос, вот решение. Наташа, ты в этом деле принимала деятельное, положительное участие. Выполнила все, как я сказал. Когда я сказал, куда письма, наши взяли, направили в монастыри. Это самые те, которые больше всего нас гонят. И зачем они нужны? За них только молиться надо. Ты разослал куда надо. Значит так, теперь от Дальнего Востока мы отошли. Мы свое дело сделали, ответ получили от правительства этих регионов. Почему правительство им называют, не знаю. Так, про работу Южной области, близкие к Южным республикам, откуда отток идет. Волгоградская область, Ставрополье. Найти пункт, вот как вот, может быть, вот здесь вот есть пункт миграционный, и к ним пойти, адреса достать, или через интернет. И мы снова повторим теперь на южные районы. Там действительно люди сидят и не знают, куда поехать. Я читал об этом. Ну, поехать бы так, чтобы как раз для нас. Я позавчера взял, выставил фотографию. Андрюша стоит вот так к стенке, пристанился у стены. А Ирина стоит и в окно вот так выглядывает что-то. Мне показалось фотографию чем-то так интересно. Я поставил. И вот одна выступает и говорит из Германии. А дальше выставил ее, как она обратилась к Богу, как оказалась потерявкой. Она сама писала. Я скопировал туда, она говорит, я имею счастье жить там, где люди все верующие, единодушно. И одна женщина говорит, я в Германии живу, дорогая Ирина, если бы ты знала, какая ты счастливая. Я в Германии живу, когда общего не найдешь нигде ничего. На той неделе, вот прошедшей, сестра Валентина Сартисон, вот близкая Нинина, вот она говорила, к ним в Зонненберг приезжает Андрей Кураев. Ну и она на меня вышла, вопрос, я хочу задать о рождении свыше там. Я говорю, твое дело, забейся подальше, чтобы тебе не видно было. Ну, привет передай. Она послушная очень. И она вышла и подошла, и ему, отец Андрей, а он о чем делал доклад? Говорит, делал доклад о Хэллоуине там и о Поттригаре. И сказал, что это неплохо, что-то такое вот, вроде.
А говорит, все это сильно он располнел, и видно, что он больной, сильно располневший. Я подошла и говорю, батюшка, ну там отец Андрей, я вам привет тут передаю, Игнатий тут был. Как он возрадовался, да он, какого он высокого мнения о вас, он прямо, я что-то еще сказала, так он, да там, что он еще писал-то, у меня всего только 38 книг его. Еще себе, да я уже кончил писать ни одной строчки, я вовремя умею остановиться. Ни одного стихотворения больше не пишу, ни одного письма, не участвую ни в печати, нигде. Видите, отец Андрей нас помнит. Ну, в конце он задал один вопрос уже перед, под завязку. Там обед был и сказал, какое немецкое пиво посоветуете купить мне? О, тут все ожили сразу, говорит, советы начали давать. Какое, какая марка пива самая хорошая? Вот, а она говорит, а вот Жданов-то, Владимир Георгиевич, это президент антиалкогольной компании, профессор Новосибирского академгородка, а он не советует пить. Он говорит, это чепуха, ерунда это. Значит, он может, конечно, у него юмора много, он не старообрядец. Может, он ради юмора все это говорил. Я о нем каждый день молюсь, и вы, если расположены, молитесь. Отец Андрей – это особая личность, его называют диакон всея Руси. Это то, что вот я узнавал, ну, было из интернета. Мне хотелось с вами поделиться, подключить вас на молитву. Я говорю, вот если бы мне встретился Владимир Владимирович Путин, ну, люди богатые и знатные обычно говорят, ну, я тебе чем-то могу, я бы сказал только одну просьбу ему. Дай раскрутку нашему сайту и форуму. Ну, он еще сейчас это сказал, и друзья, все лучшие там серверы, они бы сделали. И вдруг нам поступает вот такая помощь, даже без помощи президента, чтобы это получилось. Наша задача дать знать, что мы есть. Не то, что они к нам придут. Знать, что есть такое сокровище. И люди, которые приходят, они говорят, мы нигде бы не встречали в интернете, чтобы столько было богатства. И вот надо вывести их на это дело, ну и помолиться. Сейчас этим занимается парализованная вот эта цель. Пока Путин нас не нашел, попытаемся через парализованных. Так, еще маленькое про себя скажу. О самом себе скажу, о любимом и грешном. Заработал у меня маленько не так компьютер. Которые ролики ставлю, они не проявляются. Фрейм какой-то идет и ничего нет. А я у других спрашиваю, все проявляется. У других я Володи спрашиваю, у него все проявляется. Я призываю своего брата, программиста, который все у меня ведет. И он стал делать, и взял и говорит, кое-чего придется лишиться, ну, вот так. И сделал. Ну все, я не мог пройти. Когда он ушел, я раз, того нет у меня, того нету, я возопил велием глазом. Брат мой дорогой, спасай меня, верни меня на место. Я оценил теперь, что у меня было. Вот это важно, оценить то, что ты имеешь. Я решил лучше, а лучше на первый взгляд оказалось. Я не могу теперь поставить одно, не могу другое, не могу выйти, не могу свернуть. Я просто парализованный, тогда на телефон. Он снова берет управление, я ему сообщаю пароль, и он оттуда вижу, только курсор бегает, это, ну, стрелка-то. И он все опять выправил на старое, я теперь доволен. Утром я был недоволен, но у меня отняли эту игрушку, и теперь я благодарю, как у меня все хорошо. А что, если вас не видно, я не знал. Мне сказали, у всех видать. Нет. Ну, вот, наверное, некоторые. И вдруг исчезло, поставленное, было. Но там стоит какой-то фрейм, проще. Ты бы зашел, посмотрел. Что это за оказия такая? Вот это новость для меня, что не видно было. Так, Татьяна, приготовься отправить полный комплект опять в Калининград. И еще полный комплект Красноярск. Книги наши просят люди, которые в интернете хорошо с ними ознакомились. Батюшка, который в Кургане получил от нас книги, благодарности нет числа. И он говорит, теперь у меня вопрос снятый, где брать проповеди? Столько же у него благодарностей, они искренне. Получил книги, все. Он там быстро, видно, сортировал, показывал. Нет, да опять выйдет. Уже день покой, второй, опять выскажет свою радость. Я говорю, ты сильно-то не радуйся, а то говорит, разочаровывай. Ты не очаровывайся. Тебя сейчас там как зацепят свои. А у тебя жена ждет третьего ребенка. И тебя живы они. Да нет, я и думаю, как мужественно все это. Я понял, что это православие. Да православие-то люди не знают, вот самая беда-то. Они его не знают. Они знают, что вот это вот пришел-ушел,
вот это обрядоверие, это православие. На мое православие почти нигде не нападают сектанты. Нет. Они говорят, это православный баптист называют, там адвентисты, православный адвентист. Они впереди слово только ставят, а называют своим именем. Батюшка сегодня вам сказал, я подумал, что... Вот ушел, батюшки нету. Что день сегодня Илариона Великого, и сегодня он что сказал, день рождения или что? Илариона. Илариона, первый иерарх русской православной зарубежной церкви. И там пропели ему многое лета. Но там ушло и нигде нету. Если вам это не трудно, я уже закончил все, пропеть здесь, чтобы это сохранилось для памяти, что мы его любим, под его защитой мы так многое успели сделать. Мы были так успешны, мы никуда не пойдем, мы тут и будем. Он для нас какой был, как Евтихий, такой и остался. Близкий, любимый, знаемый нами, который нас не притеснял. Мы имели невиданную для православия свободу. Под епископом, под митрополитом Илларионом. У меня все, вопросов нет? Я попрошу пропеть многое лета нашему первоиерарху Иллариону. Многое лето, 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 многое лето. Однажды апостол Павел говорит, чтобы вы не нашли нас не такими. И чтобы мы вас тоже не нашли не такими. Поэтому каждое наше собрание заканчивается чем-то. Вот я увидел здесь, это яблоки кто-то нам подарил. Ну, у нас принято так, мы сразу отдаем, кто там есть. Мы опоздали, наверное, с ребятишками. И у вас, когда появляются где-то фрукты, кто-то дает, ну, нам можете не давать, мы все равно не едим, передавайте туда. Пусть дети радуются фруктами, не шоколадками. Мы сейчас, я помолюсь, но вот это вам еще на дорожку. Ну, себя кое в чем маленько, ну, зажмите, вы же это все хорошо знаете. Это детское, дети приходят. Ну, это так, ребенок, он есть ребенок, тем более это полезно ему для здоровья. Сережа что-то хочет сказать. В среду в 4 часа дня у меня собираемся для изучения Библии. Так, вот он соседь вот сказал, у меня уже на это слово. Звонит один мужчина, где у вас идут занятия? Без вашего разрешения я не могу, это в частном доме идет. Я говорю, вы ходили на занятия? Нет, не ходил. Но я хочу, но я его не вижу. Я говорю, сейчас придет у меня брат, он пришел с занятия, там где-то он был на работе, и он с ним поговорил. Ну, тоже не может решить. Но двери своего дома я не могу каждому открывать. Я ему говорю, знаете, вот есть площадь Спартака, вы знаете? Конечно, знаю. Ну, там есть Дмитрий Ростовского, и там ведут занятия, там Абрашкин священник вел. Сейчас, может, пойдите туда, мы же узнаем, где идут. Мы к себе-то никого не вербуем, не тянем. Поэтому мы обречены на вымирание. Потому что кто бы ни пришел, мы направляем храмы Московской Патриархии. Но если уже просится конкретно к нам, вот она, вот пришла, вот она стоит, Галина-то. Мы не запрещаем. Хороший человек, давно нам известный. И вот она подошла, вот кто-то подошел ко мне, вот да за руку взяла. Вот видишь, последователи какие. Видишь? Что-то она хочет сказать, наверное, или нет? Ничего, просто подошла и взялась. Она говорила, благодарю, спаси Христос, за яблоки она пришла. А, за яблоки. А Господь тебе сказал, говорит, не то, что чудо видели, а то, что ели, говорит, и потом пришли. Господь сказал тем, которые за ним на другой стороне озера приехали-то, они же, это накормил их там. Ну, молодец, это тоже полезно. Кричит, спаси Христос. О, тоже пришла, благодарим. Господи Боже наш, слава Тебе. Как Ты велик и всемогущ, живой и слышащий, и отвечающий на просьбы детей Твоих. Хвала Тебе за избрание, которое Ты совершил над нами. За Слово Твое, за Святую Библию. Научи нас нежно голос Твой услышать, тихий, чтобы душа была внимательная. Что Ты хочешь сказать нам, где мы должны быть, где Ты нас будешь искать? Сохрани это место, этого Владимира помилуй, прости ему, ибо он не знает, что делает. Мы просим это
Во имя Твоей жертвы и любви к нам, Иисусе Христе, Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Оставайтесь на занятиях. Тут будет трапеза. А кто вести будет из этих? Занятия кто будет вести? Занятия. Я никогда не буду. Занятия буду.